По статистике, в сфере общественного питания частыми нарушениями законодательства становится не применение контрольно-кассовой техники, не выдача чека или выдача чека с неправильными реквизитами. При расчете пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаге. Если до момента расчета клиент или покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему в электронной форме. Следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. В частности, налагается административный штраф на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей. На юридических лиц от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей. Проверить легальность чека можно с помощью приложения «Проверка чеков». В нем можно также хранить электронные чеки и сообщать о нарушениях.